Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре силиконовые форелевые приманки от фирмы Balzer, называются они Collector UV Mix. Это форелевые приманочки, которые по стандарту поставляются в вот такой вот пластиковой баночке. Баночка, на первый взгляд, очень плотная, потому что иногда подобные приманки не от этой фирмы идут со всех уже мягких баночках, и пару раз уже было, что я их давил. Я думаю, с этой такого получиться не должно. Сразу говорят нам, что приманки плавающие, но мы, конечно же, это проверим. Большая наклеечка и с ароматом sweet cheese, ну, то есть вроде бы как сладкий сыр. На дне есть наклейка, говорящая нам о том, что производится данный силикон в Германии, и основная вся информация находится на крышке данной баночки. Миксовая раскраска, в принципе, они в такой только и поставляются. Вы не сможете приобрести данные приманки в одном цвете. Есть 4 разнообразных микса, но, как по мне, это просто супер круто. Смотрите, абсолютно разные цвета помещаются в одну баночку, и вам предстает такое разнообразие. Выбираем цвет, пробуем ловить. Если уж какой-то особенно понравился, может быть, просто вам надо угадать цветом и уже от другой какой-нибудь фирмы подобрать там, например, если будет клевать только на оранжевые, купить только оранжевые. Но, как по мне, вот именно миксовые цвета самые лучшие. Единственное, главное, чтобы цвета сильно не передавались от одной приманки к другой. Итак, упаковки 10 штук и размер приманки 5 сантиметров. Сказано также, что они еще и светятся в темноте. Давайте открывать. Открылась без каких-либо хрустов, ну то есть какой-то прям сильной закрывашки тут нет. Есть фольгированная подложка, которая, как вы видите, потеряла все свои надписи. Вот аттрактант, и все равно каким-то образом он просочился через нее. И данный язычок должен нам помочь открыть баночку. Приклеено все на совесть. Не знаю, как аттрактант оказался сверху. До конца открывать не буду, чтобы можно было все-таки прикрывать. И в баночке очень много аттрактанта. Не знаю, видно, нет. Но на дне он прям залит. Все приманки очень сильно проаттрактированы. Поэтому, в принципе, подобные силикошки форелевые поставляются в баночках. Потому что очень и очень много в них аттрактанта. Итак, надо понюхать. Да, очень приятный аромат, какой-то фруктово-сырный. Аромат просто сам бы ел, как говорится, мне по нраву. Но я думаю, что и форель будет тоже с удовольствием есть. Что представляет из себя данная приманка? Это такой слаг-червячок, сегментированное такое рельефное тело, тонкое основание. И идут вот такие по всему телу блинчики. Приманка сверхживая, из сверхмягкого силикона, на конце хвостик, заканчивающийся вот таким шариком, для того, чтобы она была еще более подвижной. Но 100% рабочий силикон, 100% недолговечный, но при этом супер рабочий. Приманки, в принципе, для форелевых имеют приемлемую нормальную цену. За 10 приманок в районе там 250-300 рублей, для форелевых приманок это не плохой ценник. Использовать можно на небольших мормышечках, джиг-головках, и ловить абсолютно во всех слоях воды можно. Под поверхностью на совсем легкой огрузке, либо проводить вдоль дна. Но это надо понимать, как, в каком слое воды сейчас находится форель, или использовать данные приманки. Давайте посмотрим, как они у нас плавают. Вроде бы обещали, что силикон плавающий. Ну да, силикон плавающий. Плавающий, и немножко потонул он, когда из его, так сказать, межреберочных пространств ушел воздух, силикон забыл, что он плавающий, и опустился на дно. То есть здесь нас производитель немножко обманул. Изначально он плавает, пока не набирает. Да, синяя приманка тоже утонула. Вот так вот. Но
Да ладно, конечно же, обычно плавающий силикон стоит немножко подороже, чем тонущий, но в этом варианте почему-то оказалось, что силикон плавать не собирается. Это не значит, что это плохо, просто это не плавающий силикон, а тонущий. Можно использовать для ловли окуня, щуки, судака, но, конечно же, основное предназначение подобных приманок – это ловля форели. Вот такие вот интересные силиконовые приманки от фирмы Balzer Collector UV Mix. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!